Далее также поблагодарить организатора этой выставки, которые дали нам возможность сегодня с вами пообщаться. Și, în primul rând, vin mulțumit pentru cei care au organizat acest eveniment, care s-au hotărât ca să avem această sală. Я представляю нашу организацию в Украине, которая называется Ассоциация Мотководов Украины. Eu reprezint Asociația Crescătorilor de Regine din Украина. И сегодня мы приехали к вам презентовать нашу организацию, а также работу, которую мы делаем в Украине по селекции карпатских пчел и путей улучшения. Astăzi noi am venit aici ca să vă prezentăm lucrarea noastră care este legată de selecție și ameliorare a albinei carpatine din Ucraina. Deci, наша организация существует недавно, 2 года, 25 марта создана организация. В организацию вошли селекционеры и практики мотководы отечественного пчеловодства, известные Гайдар, Керек, Григорьев, Кулинец и другие ребята, которые занимались Карпаткой. В эту организацию мы интрат мы мульт селекционеры, которые се окупа ги мульт мульцан и селекция популяции альбины Карпатины. Мы объединили свои усилия для того, чтобы изучить зарубежный опыт и отработать пути решения тех проблем, которые у нас возникли в стране с популяцией карпатских пчел. Но я могу сказать, что это требуется контролем партии в путерии ностре, как не купим уни, и с реноим, чея, чи махот, факут, мурцани, урмы, ку Карпатина, а вы на видере проблемы, которые опарут астез. Да, для того, чтобы недолго искать эти пути, которые мы в Украине уже у нас есть, был какой-то наработан материал, и мы решили учиться, а также взять опыт у немецких и австрийских коллег. Noi am decis ca să implementăm sau să preluăm ceva din deja practica care există la nemți, la partenerilor din Germania și din Austria. Предпосылка всего этого было то, что у нас в Украине, в Чернівецком университете, были проведены генетические анализы наших карпатских пчел. La, în Ucraina, la Institutul din Cernoveț, au fost făcute ceva analize genetice la albine. И генетический анализ подтвердил, что пчелы, которые у нас есть в Украине, которые мы называем карпатские пчелы, это одна из ветвей известной популяции карли. Что часто анализа генетика демонстрирует, что альбина, которая есть в Украине, есть он екотип дин карлика. Различие между карпатской пчелой и пчелой, известной в Европе как карлика, была в одном или двух генах. Diferența între carnica și albina care a fost analizată din Ucraina a fost doar în un gen sau două și doar la unele populații de carpatine. Se pare că a fost din Buchkova. Это отличие в один или два гена дало нам такую возможность позиционировать своих карпатских пчел как отдельный экотип, который имеет право называться Apis mellifera carpatica. Această diferență dintr-un gen sau două ne-a permis nou ca să poziționăm populația de carpatine care este în Ucraina ca Apis mellifera carpatica. И на сегодняшний день немцы также признали, что в Румынии, в Украине и в Молдавии все-таки есть отдельная популяция, которая называется карпатская. Și nemții sunt de acord cu ce în România, Ucraina și Republica Moldova, totuși există această populație de carpatine, de albine carpatine. Но, к сожалению, мне неизвестно работы, которые проведены в Румынии, Молдавии с карпатской популяцией пчел, поэтому я буду рассказывать то, что мы проводили в Украине с 65-го года. O să fi mai departe povestit ceea ce au fost făcut din anii 65 pentru carpatina din populație carpatine din Ucraina. Селекция карпатских пчел велась с 65 по 93 год. С
1965 по 1975. Селекція а фост făcută din anii 1965 până în 1993. Она была линейная селекция, создавались линии и еще в это время о типах не говорилось. За этот период были созданы, отлично себя зарекомендовали 77-я, 78-я, 198-я. А фост креати mai mult linii care s-au recomandat ca fi niște linii foarte prolifici la ei în zonă. Самая известная не только в Украине, но далеко за рубежом, это 77-я линия, которая дальше получила название Учковская. Cea mai renumită linie, care este până ziua de azi, este linia 77, la ziua de azi se numește Учковская. 75 по 93 год, еще в советские времена, были отсекционированы еще три линии, 61, 62, 69, которые также себя хорошо показали. În anii 75-93 au fost selectate încă trei linii care s-au arătat foarte bine. Но, наверное, вам всем известно, что развал Советского Союза произвел развал экономики, селекционные процессы и финансирование, и поэтому уже в 94 году начался новый селекционный процесс. După ce s-a deformat Uniunea Sovietică și s-a terminat și cu selecția și cu economia care a fost în vremea aceea și din 1994 s-a început, să spunem așa, un alt tip de selecție sau o altă selecție. И в последнее время в Украине селекция ведется по типам. Каждый тип консолидирует оригинальный генофонд карпатских пчел отдельной географической экосистемы. La ziua de azi, toată Carpatina lor este împărțită în ecotipuri, care fiecare are diferență una față de alta. Для сохранения селекции репродукции карпатских пчел разных типов созданы изолированные, относительно изолированные пасеки, на которых сохраняются оригинальные исходные материалы для первичной репродукции. Pentru репродукции și selecții, la ziua de azi sunt формати локации по территории контролаты. В каждом типе, который есть, ведутся отдельная селекция по отбору лучших генеалогических линий, только микролиний. Din fiecare ecotip care este la ziua de azi, se lucrează la cei ca să găsească familii care să stie la baza linii. Известны в основном отселекционированные на сегодняшний день, которые еще сохранились и известны, четыре типа карпатских пчел. На сегодня сунт патру екотипур ди покрывается Карпатине, есть Бучковский, Раховский, Гаверна и Синевит. Раховский, Гаверна и Синевит. На карте можно увидеть, где они находятся. И мы привезли вам буклеты, которые вам достали, и там можно посмотреть географически, где находятся пасеки-репродукторы и пасеки сохранения этих типов. Часто как-то мы видим пункты на 24 екотипы, и в буклете, которые нас примет, в каждом около тот сповестишь из пляжа. И это ротаж номер фамилии, которые есть. Чтобы понимать, почему они почему они отличаются, был произведен дискриминационный анализ четырех этих типов, и вы можете посмотреть, что они все отличаются. А после какого анализа дискриминанты, которые арати на график, садиосовеск, и каждый тип уноподелка. В каждом типе ведется своя улучшающая селекция, но если есть желание получить гетерозисные кросы, можно использовать разные типы для получения одних эхолит. Se lucrează aparte la selecția fiecare tip care există și sunt oameni care se ocupă și cu încrucișări între aceste tipuri, între aceste linii. Несколько слов о каждом типе. Самый старый – это Учковский, который известный всюду, у него есть раннее развитие, у него довольно миролюбивый, находится высоко в горах, имеет орбитальный индекс 27. Вечи линии есть Учковский, по индексу орбитал май мари, и есть его раса, который обидно мерзит в зоне у примавара май бебреми. Второй тип – это Гаверна, который
ну, моложе Гучковского. Это семьи 62-й линии, где были собраны высокопродуктивные семьи Раховского района, Черневец, Ивано-Франковской области, Черневецкой области. От использования метода аналитической селекции, программы селекции полузакрытой микропопуляции. А то ли в линии моей новой динкарической линии шайда истории, если то верно, коли я все команды, фамилии, коли сон партии продуктивы камере, там в зоне. Тут на этих фотографиях можно увидеть, как расположены, где расположены, как они выглядят, эти семьи. Это после демонстрации функционалом просадки ступенили, ничего зоны. Следующий это раховский тип, который также отселекционированный. Третий тип, который мы используем в Украине для селекции карпатских пчел. На вот тип есть раховский. Это фотографии. Значит, для этого в этом типе использовалось 463 семьи, которые отобраны были в Раховском районе Франковской области, формировался метод чистопородных колоний, а также кросы, полученные при искусственном осеменении. На базе этого типа пост пусил 263 фамилии, которые пост алясы на этой регионе. И мать департе селекция пост базата пи самоцельные инструментали, касы продукты, свак мать департе селекция пи пячастой линии. Ну и, наверное, отдельно остановлюсь на известном уже в Молдавии типе синевир, который автор которого приехал сегодня со мной, Виктор Васильевич Пап. Это чем мы мульт, то, что говорим здесь при новый тип, то чем мы тина тип, где как патин есть синевир, у кари со купу разводяз дому Пап, кари с куной на сале. Работа с этим типом ведется с 2005 года и по сегодняшний день. По этот тип и как по тенесе работает с 2005. Если будут интерес у кого-то по типам, в буклетах, которые мы вам раздали, есть электронные адреса, телефоны, и можно будет... Так, очень важно, мы дарим информацию по инвентарю пикаре типа, на этой буклете есть почта электроника, на которой домни пати распондят. Здесь вин германы, сам и англезы, и я распондят. Ну, только не английский. На этих графиках можно посмотреть их параметры, этих типов, которые у нас есть в Украине, которые известны в Украине, мы используем, а также и популяризируем в странах, где люди имеют спрос на нашу карпатскую пчелу. Și în acest tabel sunt puse sau arătată diferența între fiecare tip, după indexul cubital și alte măsurători care au fost făcute. Эти данные собраны в 2011 году, и в этом году уже будут новые, обновленные данные. Aceste date au fost făcute în 2011 și în anul acesta o să pornească o altă serie de investigații. Procese работы селекционной обычно проходят изменения тех или других параметров, но мы замечаем, что идет изменение увеличения кубитального индекса за последние даже 10 лет. Această lucrare va fi iar și înnoită din cauza că în tot parcursul de selecție sunt un lucru care se schimbă și cel mai mult se schimbă sau se mărește indexul cubital. Ну, также мы видим, что изменяется и качество пчелы, и ее миролюбие, ее способность работать на разных типах медосбора. В ultimii ani se observă că bina devine tot mai blândă și cu capacitatea de a lucra la diferite culese. Понятно, что в Закарпатском регионе, где небольшие взятки, где нет медосборов хороших, у нас нет возможности отселекционировать на какие-то конкретные взятки, акацию или подсолнух, или еще какие-то. La ziua de azi, în zona de Carpații, n-am posibilitatea să se selecționeze aceasta vine, spunem, printr-o culesuri de sau câmp, care nu avem cel mai mult nevoie. Поэтому в последнее время мы работаем еще с пчеловодами в коллектив. Нам с каждым годом приходят люди, которые готовы тестировать семьи в своих условиях. Din cauza aceasta i-au pornit, spunem, această programă pentru a intra în colaborare cu alți apicultori din alte țări ca să poată să testeze spunem, toate aceste ecotipuri, ca să vedem pentru fiecare zonă care
и потребуется касательно Минска. Да, мы имеем такой, мы в таком случае мы имеем возможность получить информацию от наших партнеров, которые используют наших пчел. И мы знаем, как они работают в тех или других условиях. И учитывая это, можно уже корректировать комбинации, которые нужны для пчеловода. Примем информация на ходе апикуторика, как указывает, по обвинению ностре, мы на департе не гендим, как мы делаем, или как мы селектим, или по чьей линии смерджем обвинение, а не пентру зону, где не есть этот апикутор. На этих фотографиях можно увидеть, как выглядят наши матки. Эти сон презентаты позже по речинили. Как пасхова типа. Ну и следующий момент, который, наверное, вам всем будет интересно, как мы начали работать. Мы начали работать с программой Vibrit. Это немецкая программа селекции. Următор момент, о сафи говорить здесь при программе Vibrit. Это программа и коллаборали по университету в Германии. В 16 году коллектив наш, наш директор, который сегодня со мной приехал сюда, Павел Кулинец, с его женой, супругой, которая нас сопровождала, а также с научным сотрудником из института отдела селекции карпатских пчел, и я, мы поехали в Германию и поехали в институт Кохен-Ноендорф, где встречались с директором института, и который нам много рассказал о том, как работает система Vibrit, селекционный, это селекционный инструмент. În 2016, o parte din o echipă care a fost formată în această asociație au fost în Germania la institutul din la un institut din Germania, Noinger, da, unde au petrecut mai multe zile și s-a discutat anume despre această programă. În 2017, мы также обратились в Министерство Германии, чтобы нам разрешили использовать эту систему селекционную. Мы получили разрешение, и теперь мы готовим также, ну, не, это довольно сложно использовать эту программу, и поэтому в этом году мы начали уже с 17-18 подготовку наших маток для тестирования в системе Vibrit. În 2017 a fost primit acord din partea Germaniei ca să fie folosită de ei această programă și în 2017-2018 se pregătesc o serie de regiuni care o să fie testate prin această programă Vibrit. Чтобы работать в системе, матка должна быть тестирована 2 года. Pentru a fi introdusă în această sistem, regiunea trebuie să fie testată 2 ani de zile. Что собой представляет эта система, почему она нас заинтересовала? Эта система, она компьютерная система, разработанная немецкими учеными. Она разрешает нам подбирать пары, и иметь мать и иметь отца, и для того, чтобы получить хорошие, высококачественные мамы. Această programă ne arată prin ce, как este un programă sau un soft математик, care îmi permite ca să vedem sau selectăm mai bine familii de tată cu familii de mamă ca să primim regini sau albine cu care să facem producții mari. Сама система в этой программе Vibrit, она построена на линейном прогнозировании математических формул. Там используется более 3000 формул. În această sistemă se folosește mai mult de 3000 de formule. Care учитывают и генетические, и биологические, математические условия, в которых мы получаем материал для комбинации и для использования в селекции. Această programă dă rezultatul bazându-se pe și analiza morfometrică și analiza biologică sau având în vedere zona unde se află un apicultor care are nevoie de anumit albine. Este единственный момент, который надо помнить, кто будет заниматься дальше и кому будет это интересно, селекции Vibrit принимает участие только чистопородные пчелы. În această programă au parte doar albinele care sunt puri, caroase. Значит, ежегодно в системе есть возможность найти более 7000 маток и подобрать комбинации из этих маток для получения своих кросов. Анумально эта программа есть возможность для 7000 регионов. Для работы с карпатской пчелой
нам разрешено использовать в тестовом режиме уже сегодня маток наших карпатских пчел. Но пока мы еще не набрали 2 года селекции, и у нас еще нет достаточного количества маток, которые мы могли бы уже тестировать в системе BIT. В начале программы имеем пермисиуне, ca să fie introdusă și albina din populație carpatine, dar din cauza că încă nu s-au obținut aceste 2 ani de selecții, încă nu avem introduse aceste date. И сегодняшний наш приезд к вам – это шаг навстречу, чтобы получить большее количество материала, который можно было бы использовать в селекции. Venirea noastră astăzi aici este, sau scopul este ca împreună să găsim cât mai multe familii sau albini care vor corespunde la cerințele sau la analiza care o are albina carpatine. România давно ждут бибриде. România este de mult așteptată în acest sistem hibrid. Dacă că sistem, strana Евросоюза и Европейский Союз использует многие страны, Германия, Австрия, Швеция, страны Евросоюза, пчеловоды этих стран используют это уже, этот инструментарий, но из румын никого там нет. Mulți apicultori din toată Europa se folosesc deja de această programă, numai, din păcate, din România nu există nimeni. В программе Дибит нет разницы, какую расу испытывать. Această programă Ну, жак, ролу, чераса, упору, сфи, черчатата. Учитывая то, что в Украине, в Молдавии и в Румынии законодательно признана карпатская пчела. Да, работа на лидере, кын Румыния, Украина и Молдова, ла нивель ди лечи, есть протяжаты популяция карпатины. Мы могли бы использовать наших пчел в процессе селекционном для получения лучших результатов, которые мы сегодня имеем. Но я могу сказать, албина наша, потому селекция, которая пропуска косика, потом адепарты. Допустим, если Украина в этом году даст 200 или 300 маток, оттестированных 2 года... Так, на этот год Украина перейдет в эту программу 200 регионов тестаты. Мы знаем уже пчеловодов, которые в Молдавии в этом году начнут тестировать маток. Să știm, în Moldova, apicultorii care anul acesta vor testa o parte din material. Мы также надеемся, что в Румынии найдутся пасеки пчеловоды-пчеловоды, которые будут заинтересованы. Sperăm ca și în România să fie acești apicultori care vor fi de acord să testeze materialul. Мы всегда открыты для общения. Noi suntem deschiși pentru colaborare. Обменом нашим опытом, я сейчас дальше расскажу, что мы сделали. Скинули экспериенции. И что мы для этого разработали специальные программные инструменты, которые позволяют нам работать с чистополозным материалом. Да, мы де факто уже говорим о программах, которые permite să lucrăm cu acest material. В чем у нас были проблемы, которые надо было решать? Селекция в Украине велась по типам. Это известные материнские семьи, свободное спаривание, нет контроля отцовских семей и возможное близкородственное смешивание, как следствие имбрентная депрессия. Проблема, проблема, которая была până acum в селекции один Украина, а была та, что erau, sau erau știute doar liniile de мамы, erau făcute în perechet la liber, fără nici un control pe familie de tată și era posibilitatea de consanguinizare. Но эта система селекции по типам дала нам возможность сохранить чистопородных карпатских пчел. Да, эта система селекции по екотипам, тотуж, не permis, ca să, в некоторые кадры, să păstrăm această populație de carpatine. И следующий этап – это улучшение пчел. Оно возможно по таким, используя европейскую немного селекцию, которая называется селекция по линиям, чистопородная селекция по линиям. Это контроль спаривания, где известны отцовские материнские семьи, это возможность прогнозированного подбора пар материнских и отцовских, а также планирование хозяйственно полезных видов. Anul acesta a început să îi se folosească, sau ultimii ani a început să folosească selecția pe tipul european care se face pe linii, adică să aibă un control la împerechere, să fie cunoscute cum familii de tată, așa și familii, sau proveniența familiilor de mamă și familiilor de tată, să poată să fie prognozate în
încrucișarea între linii și ca să fie primit efectul de iterozis. Efectul de? Iterozis. Значит, пути решения наших проблем, которые мы анализировали, сделали анализ и увидели, что у нас есть проблемы, и нам надо их как-то решать. И эти, как мы решили эти проблемы? Мы организовали поиск чистопородных аборигенных семей и дальше с ними проводим селекцию. Ca să începem rezolvarea problemelor care sunt la ziua de azi în selecție de carpatine, în primul rând noi am început să căutăm aceste familii care sunt puri. Мы сейчас создаем, с каждым годом создаем дополнительные пункты контролированного спаривания в горах. Acum în fiecare an se screază noi locații pentru împerecheri controlate. A также учим людей искусственного семенения. Și învățăm oamenii ca să poată să folosească însămânțări instrumentale, ce este foarte important pentru... Закарпатская область, у нас область, которая есть заказником, заповедником. Zona lor este o zonă unde este protejată Albina Carpatine. Мы там стараемся создать чистопородные массивы, селекционированных уже пчел. Acolo se stăruie ca să fie create stupini mari de material curat, ca să fie mai departe folosit ca material de bază. А также создание племенных пасек репродукторов, на которых будет производиться материал для матководов. Și o să fie formată o bază unde o să fie crescute sau cercetate aceste linii de carpatine. Ну и также очень важный момент создания единой базы, чтобы знать у кого какие матки есть, какие у них качественные характеристики и что у кого можно... Și crearea unei baze unice, unde o să fie pus toată informația despre toți selecționerii, despre toate ecotipurile. Тут на этих слайдах вы можете видеть, когда мы ездили встречаться с ведущими немецкими селекционерами, которые занимаются в институте в Нойендорфе. И нам показывали, как они работают. И нас там очень многое удивило, и очень многое мы увидели ради того, что мы раньше и не знали. Это доктор Каспар Денефельд, и на втором это доктор Бухлер и доктор Тизлер. А внизу наш директор, мы общаемся, решаем наши вопросы карпатских пчел. И там мы услышали, и нас убедили, что лучше местных популяций селекционированных никогда ничего не будет. Вы можете купить, нам сказали, вы можете завести, но это будет ненадолго. Занимайтесь селекцией своих пчел. În aceste poze sunt cu domnul Benefelt din călătoria pe care am avut-o în Germania, unde am acumulat informații mai multe în privința la ce legat de selecții și chiar unele sfaturi care le-am primit de la domnul Benefelt este ca noi să ne stăruim ca să selectăm albina noastră locală. Noi также поехали посмотрели один из равнинных территориальных пунктов спаривания маток, посмотреть, как они организовали эту работу, чтобы получать все-таки качественный материал. Это мы были на пасеке, известного селекционера Йогана Фукса, который занимается известной в Европе линией свина. Acolo noi am fost la domnul Йоган Фукс, unde am văzut cum lucrează o stație de împerechere controlată. И также мы были в институте в Майне, который, наверное, многие из вас слышали, один из ведущих европейских институтов, где мы смогли прослушать лекции и встретиться с руководителями, и посмотреть, как у них организована эта работа, и что-то взять для себя. А я был в институте в Майне, где я был презент на одной лекции, и я аккумулировал информацию, чтобы сделать на департе селекцию с Карпатином. Послушав немцев, послушав австрийцев, мы поняли, что у нас есть проблемы, которые нам надо решить. И первая эта проблема была, это получение чистопородного материала. Как узнать, что у меня на пасеке?
Для этого было создано, разработано программное обеспечение MorphXL. După toate aceste cunoștințe și când am văzut problemele noastre care le avem, primul lucru care l-am făcut după întoarcere în Ucraina a fost crearea unui program care se numește MorphXL, care îmi permite ca să verificăm impuritatea rasei. Deci, первое, что нам это давало? Программу разработали наши коллеги, программисты. Эта программа, она разрешает пчеловоду. Это она не сложная программа, я вам сейчас ее продемонстрирую. А часто программа, но это программа компликаты, которая была создана тот и коллеги из Украины. И имея эту программу, мы относительно короткий период, за два года, смогли научить ведущих морководов Украины определять степень чистопородности и гибридизации семей. Prin această programă, în aceste ultimii doi ani, am învățat mai mulți apicultori ca să poată verifica albina care au ei în stupina lor. Основная задача этой программы – это распознавание, чистопородная эта колония или она гибридизирована. Cel mai mare scop care are această programă este ca să ne arete familia pură și familia hibridă. И насколько она гибридизирована и какими другими расами? Какие есть я гибридизаты, и какие расы? В Украине также были проблемы, которые есть у вас. Это массовая гибридизация кавказскими пчелами, завозными пчелами, итальянскими и другими, которые у нас были не как бы не аборигенными. Они были завезены в процессе каких-то там политических и каких-то экономических решений. La noi, ca și în alte țări, a fost această problemă când s-au adus mult albine caucazic, albine italiană și alte rase. Când am primit programă, am avut posibilitatea să определяți cubitalne, gantelne indexe, определяți степень гибридизации, строить графики. И визуально видеть, визуально на картинках, сейчас я вам покажу, видеть, какая, что у нас в уре. Прин această программă noi putem verifica индексу кубитал, индексу гантель, și indexul discoidal, cantele, așa spune, da? Da. Deci, вот вы можете увидеть страницу отчета программ, который готовит программа MorphXL. Acestea sunt rezultatele care dă programa MorphXL. Я понимаю, что вам сейчас как бы трудно понять, что тут всего много картинок и графиков. Aici sunt mai multe tabeluri și graficuri și este mai greu de înțeles poate din prima, dar este o programă foarte ușoară. Но мы уже учитываем то, что в Румынии и Молдавии тоже люди занимаются карпаткой. Эта программа уже сделана на английском, немецком, румынском, русском и на украинском языках. Această programă este în mai multe limbi, inclusiv a fost tradusă și în limba română. В Молдавии мы проводили семинар, и многие люди, вот в частности Петр, хорошо освоили эту программу и уже с ней работают, и уже в этом году имеют возможность определять, какие у них семьи, от чего выводить маток, от чего не стоит. La zile aceste deja sunt persoane apicultori care s-au învățat să lucreze cu această programă și poate să verifice cei ce au ei în stupină și cu care familii sau care familii poate mai departe să fie folosite pentru reproducere. Смотря на эти два листа, программа прописывает, в программе написано, по каким породным диапазонам, ну вот прямоугольнички, это породные диапазоны, и красные секторы, это программа проверила крылья, надо 40, как сказать, ну, pentru această programă avem nevoie minimum de 30-40 de ari și în aceste tabeluri sunt, de exemplu, figura albastră, sunt granița unde trebuie să fie încadrate toate aripile. Вы, когда вы начнете работать с этой программой, вы будете видеть, может, вы сразу не будете знать, что значит эти графики. Это может быть сложно. Но результат анализа колонии будет тут написан словами, и вы сможете сразу понимать, что. Когда вы начнете работать с этой программой, может, в первую очередь, вы будете смотреть в виде на эти графики, но там будет написано, и даже в лингва румыни
ce se poate făcut cu această colonie mai departe. Se poate de folosit pentru reproducere, ca să putem da și la alții, sau nu o să fie bună pentru nimic. Adică este pur și simplu o, o colonie pentru producție de mere și doar atât. Я думаю, если у вас будут люди, которым это будет интересно, мы организуем также тут семинары на обучение и научим людей понимать. Как у Софии Чинева, который сунт интересат на часто программу с рупрези по ямай департе, домни сунт дисконибли, как с варете, как с рупрези. Ну, это то, что по программе. И закончилась это, наша работа сейчас, но я бы сказал, этот первый этап на том, что у нас уже созданы команды пчеловодов, которые работают с оригинальным чистопродным материалом. Мы ищем этот материал в горах. Мы очень также надеемся, что у вас тоже в горах найдется чистопродный материал, который можно будет проанализировать. Спасибо часто, Дежан, Украина, сунт селектати, хитева екипи и апикультори, которые Дежан лукрязы, и тот май департе селектязы часто популяции. Și care se află mai mult în munți. Totuși ei de acolo au găsit ceva familie care, să spunem, este ceva mai pur și au o nădejde mare că o să fie și apicultori din România care o să atașeze foarte serios de această, lucrare, de binevol, și o să apuci bicăutare sau selecție aceasta mai departe. В 2017 году мы уже сформировали группы, у нас уже работают тестовые группы, которые мы изучаем. Я думаю, что у вас также найдутся люди, которые захотят работать с чистопородной пчелой, которая, ну, она конкурентная на рынке, потому что если не будет этого, рынок займут другие пчелы. И, la fel, dorește ca să fie formate și în România aceste grupuri, unde vor fi testate pe regiuni, aceste regiuni. У нас, кроме типов, как я вам уже объяснил, еще мы работаем с линиями, которые мы используем, но линия она долго не живет. Вот четыре линии, которые известны сейчас в Украине. La ziua de azi, în afară de cele patru ecotipuri de carpatine, mai sunt și patru linii la care se lucrează astăzi. И если говорить о них, Галичанка, она молодая, Подолянка, это моя линия, она тоже молодая, Захар Берцика, и она несколько старше, а линия 100, она уже почти потеряна. Если говорим о этих четырех линиях, линия 100, на сегодня уже практически есть диспарутые как линии, Галичанка и Подолянка, которые есть линия, работая и дому Доскач, это линии, которые более новые. И поэтому линия она долго не существует. Она существует 4-5 лет, если с ней не заниматься, она просто распадается, и надо дальше искать другие линии. Так, и нужно связан селекция по линии, а то еще 3-4 года часто линии диспарит. Это вот можно посмотреть фото этих кроссовых семей, это на моей пасеке. Это сон нечто поза дин ступина домнулу Доскач. И по характеру рамок, по характеру можно посмотреть, как эти семьи должны работать и как они работают, как они функционированы. Поза сведения, как часто рубина сукрязан в кулес, сукрязан в апоед. У нас в Украине есть проблема, когда очень хорошо селекционированная пчела по меду, она на сильных взятках заливается полностью улей, заливается медом и в зиму некому уходить. В Украине это часто проблемы, что сунт линии, которые сунт фарти пини селектати пентру продукции диньере, дар минусу карале эти линии, это как протязан клесур мари, куйбу и наре чини синтенья. Но у нас уже отработаны некоторые линии, которые вот даже при самых бурных, самых больших взятках, по 100 и больше килограмм, они все равно оставляют гнездо с расплодом, который идет в зиму и позволяет сохранять эту колонию на следующий сезон. Да, равен и линии, которые, например, как есть поза один между которые, тотуши, салукратка, альбина, сафии, селектата на шафер, как и шпатры, сапатеры, куйбу, май либер, пентру а avea tot timpul populație de a intra în iarnă. Ну, вот еще фото тут нечто поза и линия Подолянка. Ну и, в принципе, все, что сегодня можно было сказать коротко в это время, я вам рассказал, остальное можно вопрос. Asta cam tot a fost ceea ce a dorit domnul Ivan Doscă să spui. Dacă sunt întrebări, că noi ca tare așa s-a fost planificat o oră, dacă sunt întrebări, pe ce ei s-au vorbit? Întrebați cum stau la institut igienic. De bine au lucrat chestia asta. Au rezultate?
Админа, который сертифицирует Бавро. Они спрашивают про Бавро Толеранс, если работалось над этим вопросом. Да, у нас на Бавро Толеранс работает отдельная популяция украинской степной пчелы. Pe această întrebare se lucrează mai mult cu albina ucraineană de step. У нас в Украине, кроме карпатских пчел, есть еще полесские и украинские степные. Украинские степные, они генетически более стойкие к вараа, и у нас есть такие колонии, которые уже сегодня удивляют немцев, которые много лет занимаются вараа. Această популяция de albine din Ucraina de step, într-adevăr, au familii care au rezultate foarte bune și care la ziua de azi sunt... Da, nu, sora de stepă e altceva. Deci asta ce e? Nu-mi greșu că seră stipnaia, că nu-i tot. Că nu-i ucraniască stipnaia. Asta e cei rusească, mă numesc care. Că asta nu-i carpatie acela. Asta nu este albina carpatie despre care acum noi vorbim, este albina ucrainească de step, care la ziua de azi au rezultate bune și care e cercetată chiar și în Institutul din Germania. Anume pe... В Украине программы по селекции карпатских пчел на вара толерантности проводилось. А нуми пиарбина карпатины, чьи легат и гигиены, инка нуса антипод в Украине? В Украине есть возможность, мы в Украине имеем пчелу, которая генетически уже гигиенически чистая. Она уже природно заложена, борьба, но она все равно поражается вара. Мы имеем арбини, которые, скажем, для натуры, или генетики, есть puse ca să fie această igienă, dar oricum sunt atacate de varroa. Noi astăzi разговариваем о карпатской популяции. Au încercat să folosească primoșchi? Au încercat să folosească primoșchi? Пробовали primoșcu пчелу именно по varroa толеранс. Мы это не делали и делать не будем. И asta n-au făcut și n-au să fac. Лучше, чем местных пчел, от селекционерных никогда не будет. Ей мы при варианте, то тоже мы бини со селектем, что чест феномен, а номер альбина часто локал. У нас уже есть горький опыт, когда мы завозили сюда кавказских пчел, и по сегодняшний день генома в отдельных локусах мы встречаем хвосты кавказянки, которые нам портят популяцию. Лазива тясто, но и авем, скажем, а часто что как будет? Опыт. Практики. Разве часто практика, когда садус альбина кавказяна, и până разве адяс, încă sunt găsite în unele linii carpatine, totuși după analiză arată că mai găsit această rasă. Что такое пчела, что пчела для селекции, что пчела для репродукции и какая пчела для промышленности. La ziua de azi, noi trebuie foarte bine să înțelegem ce înseamnă albina pentru selecție, albina pentru reproducere și albina pentru producere. Pșelovodul nu-i важно, este pșela seră, или она полосată, или какая она. Для pșelovoda важно, чтобы она носила мед, хорошо зимовала и позволяла работать без проблем. Apicultorul habar n-are ce albină, e roșu, că albină, sură, că e neagră. Apicultorul are nevoie să producă multe miere, să intre albina sănătoasă în iarnă și să poată să lucreze nu în scafandă. Чтобы этот продукт получить, нам надо получить чистопородный материал, качественный чистопородный материал, а уже кросы и гибриды мы умеем сделать. Pentru ca să avem așa familie, noi avem nevoie de rase puri, și după asta, noi singuri deja putem să facem acest hibrid controlat pentru a avea familii sau stupini pentru producție mari de miere. E очень важный момент научить пчеловода культуре пчеловодства, чтобы пчеловод понимал, что он купил матку для репродукции или он купил матку получить хорошую продукцию с поля, собрать мед. Это разная цена и разная задача этих маток. На ziua de azi, noi trebuie să învățăm apicultorii de rând ce înseamnă regina pindului reproducerii, cât e o să coste și ce poate să facă ea, și albina care o să fie folosit, regina folosită pentru producție de miere. Мы в этом году тоже уже ввели практику с нашими матками давать паспорт, документ на матку, который говорит, откуда она, кто ее мать, где она облетелась, и можно ее ли использовать для репродукции, или она используется только для получения меда.
La ziua de azi, regiunile care sunt realizate din Ucraina au un pașaport unde este înscris linia de mamă și linia de tată și este prescris această regiune e posibil de folosit pentru reproducere sau doar pentru producere de miere. Но надо понимать, если это промышленная пасека, она покупает матер F1. Pentru cei care produc miere, trebuie să înțeleagă că e nevoie de a procura un F1. Или это очень большая пасека, и они содержат еще пасеку репродуктор, который дает им маток F1, или они F1 покупают. Потому что многие пчеловоды считают, что они купили дорогую матку или в Украине, или в Европе, или в Австрии, там. И это уже все, это уже племенная матка, это не племенная матка. Это просто дорогая матка. Мунцы гадят, когда купают, дал бань мунц по регине, что вдруг на ей ступины, и я репродукт. Diferite moduri, se gândesc că iau o stupină de rasă, de o anumită rasă pură, ceea ce nu e corect. Mai devreme s-a spus, pentru chiar și stupini care sunt foarte mari, unii apicultori singur își crește regini, are nevoie de anume de aceste regini pentru reproducere, ca să poată singur să-ți facă acest F1 pentru producere de miere. Bun, напоследок я вам просто несколько цифр. Если в Европе сегодня обыкновенная матка, которая используется вот пчеловодами, стоит 45-50 евро. Так, ведь для сегодня дязная Европа у F1, у Regine Simple, стоит 40-45 евро. То матка для репродукции сразу не меньше 300 евро. И на 300 евро в сус. А племенная матка, которая получила высокий кюринг и которая имеет высокие качественные показатели, Саун Бридер, в этом году рекордная цена на такую матку, anul acesta este un preț record. 3000 euro. La 3 euro, la 3000 euro în sus. Pentru că trebuie să înțelegem ce mai работаe și ce mai cumpăm. Din cauza asta noi trebuie să înțelegem cu ce lucrăm și ce cumpărăm. Încă o întrebare. Încă întrebări dacă mai sunt. Întrebați care este utilitatea acestei linii pe hectare sau când? Care e? Ei au spus că ei în zonă n-au sau când. Adică ei nu se lichează. Они спрашивают, какая продукция каждый из ваших экотипов именно на акацию. На акацию это работает карпатская пчела группы синевир. Чем обвинен украс синевиру? И некоторые линии, которые сейчас еще только будут испытаны в Молдавии, в Григории, скупере, которые тут есть у Павла. Потому что мы в этом году только будем им передавать новые линии, которые будем испытывать. Și mai sunt unele linii care anul acesta vor fi testate în Republica Moldova, nu pentru producția de miere sau. На акации работают карпатские пчелы. Почему карпатские? Потому что они очень быстро развиваются. И мы только два года, второй год получаем информацию от наших друзей из Молдавии, как у них работает и что им надо. Мы знаем, как в Украине работает та или другая линия или тип пчел. А не знаем, как они работали в Молдавии, вообще не знаем информации, что у вас работает и какие у вас взятки. В этом году нетиповая весна, еще нет весны. Но и знаем бини, какой экотип, или какой бини работает бини в Украине. Дин кауза аста, мы încă suntem, spunem, în căutare sau în cercetare, ca să vedem care linii mai bine sunt lucrează în Moldova sau în România. Și având în vedere că totuși avem anul acesta o primăvară anormală. Если сегодня посмотреть карпатские пчелы, у них уже сегодня есть расплод. По 2-3 рамки расплода. Dacă ne uităm în unele zone la Carpatine, sunt care au deja cuier. Если взять карнику, și dacă luăm carnica, у них еще расплода нет, они еще сидят. În acele zone încă n-au cuier. Также другие расы, которые есть в Украине, и мы их знаем. Мы знаем, что тот же Бакфас, он сейчас уже готовится к работе. Только готовится, Карпатка уже готова. Она сейчас пойдет первые теплые дни, Карпатка будет лететь. И вы, наверное, знаете, что матка начинает вкладывать 200 яиц, 100 яиц, 200, 300, больше, больше и больше. Да? С момента откладки, пока матка разгонится, ей надо 2 недели. Din începutul, din primăvară sau când începe primele zile să ponteze matca sau să preia ponta, îi trebuie 2 săptămâni ca să ajungă în pic.
И если матки Карпатки уже будут откладывать по 500, по 800 яиц... Так регинили Карпатини в Ордепуне 700-800 яиц... То любые матки, которые позже начинают откладывать... Да, алти регини, которые вот сначала май терзию конта... Они не успеют набрать массу, которая готова для насилия. Акумулезе популяция для альбина пентру салки. Какие периода липсы ферахуя? Сколько времени вообще без расхода, то есть зиму, начиная от осени до... В зависимости от условий. То депенит и кондиций. Но до 6 месяцев Карпатка будет сидеть. Пен ваша сыра. Она очень мало потребляет корм. 3 часа в этом году более 5 месяцев зимой пчел. Вот, да, вот 2018 год пришел, уже 5 месяцев Карпатка не вылетала. А в зоне, где на сегодня гады, за 5 лун не отбирают амбина. Пен азен, пен авут воли против. И мы знаем, у нас есть по Украине много других еще пчел, которые уже имеют следы поноса. Sunt zone unde deja probleme cu diaree. A Carpatca și ani. Da, Carpatca, Carpatca zimuie. Poca este la всех пасеках наших репродукторов, у нас проблем с Карпаткой нет. În stupinii lor care sunt de reproducere, anul acesta încă nu s-a observat această problemă. Это известное свойство Карпатки, она держит каловая масса. Este una din plusuri, da, care prioritățile care le are Carpatina, că poate să se păstreze mai mult. Но еще один момент, который я хотел бы всем, я говорю это отсюда, открыто, я не скрываю, что не все, что продается в Закарпатье, во Львове и в Западной Украине, не все Карпатка. Și vreau să vă spun un lucru, că nu tot ce provine din Ucraina este Carpatina. Sensibilitate la Nusema. Чувствительность на зиматозу. На зиматозу многие матки приводят. Устойчивость больше. Устойчивость. Насколько она чувствительна? Нет. Устойчивая. Авеца метерик и реджини, которые винят около, сын сенсибили на нозему. Ну, фамилия респективная. Да, астрофизм. Да. Они говорят, что... Устойчивость на зиматозу. Которые закуплены оттуда, имеют вот предрасположен в этом году вот на зиматозу. И откуда закуплены? Дюня, но виден Украина, сын прокуратор, как вы хотите сказать. Eu am întrebarea asta, dacă sunt sensibil. Dacă sunt sensibil. Ani spărașul, este amna predrasположenă cu nozimatozul? Nu, domnul a spus că nu. Adică Carpatina are posibilitatea asta de a menține... Карпатка не предрасположена к нозематозу, потому что она имеет возможность держать каловые массы и дольше зимовать. 5-6 месяцев. У нас есть опыты 6 и 7 месяцев в Сибири. Карпатка зимовала без всяких проблем на зиматозу. Если пчеловод придерживается правил, так апикультору респект унили регуль, тогда Карпатка это непревзойденный материал, который стойкий на зиматозу. Но я еще раз говорю, я говорю о чистой Карпатке, а не о той, что куплено у кого-то где-то непонятно как. А то же Карпатина, Карпатина есть и материал фарти буна, но ведь регард и sensibilitatea aceasta la nozemă, adică este foarte, foarte bună. Noi imeem такие опыты, что гибридизация пчел, она обязательно уменьшает стойкость на зиматозу. Как только помеси появляются на пасеках, появляются на зиматозу. Unii lucrări care demonstrează că гибридизарea la albină aduce anume la diminuarea acestei sensibilități pentru nozema. Это происходит при неконтролированном спаривании, когда у вас в округе много разных рас и пчел. Сейчас эти гибридизации с тем, как мы делаем перекидные контролаты, и в зоне у них есть много перезапокультуры. Рано или поздно мы будем отсылать своих маток для контролированного спаривания, там, где будет контролируемый трутовый фонд. Mai târziu noi o să primetem reginele noastre dintr-o perecherie în zone unde o să fie fondul de trânduri controlat. De voi putem păcupa mată care e proverenă, că oani zdorove, că oani cacestene, oani cistă părută. O să procurăm reginii care sunt verificate ca puritate de rasă și ca sănătate. Dugă bine. Mai altfel nu o să fie. Nu o să fie posibil. Concret, ce înseamnă intrare în program? Ce implică? Care-s pașul? Un program care?
Despre asta am vorbit. Care este răspunderea de a făcut la votul programului și eu răbăt? Желание. Dorință. Și lucrare. Că vă spun că aici chiar trebuie de lucrat la ceea ce s-o spune. Că sunt mulți care se aruncă ca să fac eu și până la urmă când le începe a deschide ca cât de mult lucrare este, atunci mai bine eu rămân cu ceea ce am și... У нас государство не... Более конкретно. Они конкретно хотят какие условия для того, чтобы работать в этой программе? Попросите извинения от нашего народа за ситуацию, которая сложилась. Știu că efortul dumneavoastră este întotdeauna mare și dorința se vede expusă. Мы видим ваше отношение, ваше желание что-то сделать. Да, нас есть реалитатя. Но то, что здесь в зале, вот это вот есть реальная ситуация на сегодняшний день. Avem aici doi reprezentanți a două grupuri mari care sunt și administratori. Здесь у нас есть два репрезентанта больших групп. Și îi rog să ia act de această situație. De exemplu, dacă aici s-a discutat despre Carvalina și despre populațiile locale în acea mare. Он просит, чтобы эти люди сделали публикации, то, что было сегодня заснято здесь, потому что сегодня говорилось о этой многоживанной Карпатии. A venit niște persoane care să ne arate dorința lor și modalitatea practică de a face. Pricit, a doua sau a treia oară care vinde până și nu are de partea cealaltă cine să o apuce. К сожалению, уже второй или третий раз к нам приезжают люди, не имею в виду вас, которые протягивают руку, но с той стороны никто не протягивает в работе, которую они хотят делать, и они благодарят за те усилия, которые вы делаете, и это видно в вашем желании, и за то, что вы делитесь вашим опытом, не просто какой-то теорией. Для ситуации женанта. Это тяжелая ситуация здесь. И вот по этой той сия для частой ситуации. Și dincolo de provocarea membrilor pe aceste teme, pentru că eu consider că acest timp trebuie să ia sfârșit, doar provocare la discuție, e nevoie de acțiune, dar alta de genul în care să avem această atitudine. Și acum, încă o dată, dumneavoastră, cei care ați fost în sală, ați fost interesați și ați stat. Vorbesc așa despre marea masă. Este absolut jenant, rușinos. Este dorința tuturor de a avea o infrastructură de selecție. Pe Carpatina, aici culmea, discutăm despre Carpatina. Și asta este atitudinea cu care noi abordăm acest subiect. Deci mă simt extrem de jenant, extrem de jos. Și cel puțin în nume personal, eu voi încerca să fac absolut tot ce e posibil pentru a crea un astfel de grup în România. Care într-adevăr să poată să lucreze în mod științific, în mod onest, după un concept și operaționalizat într-o formă cel puțin eu și cu Radu ne asumăm responsabilitatea în fața dumneavoastră. Putem face toate eforturile pentru a crea această situație. Eu ce vă spun că voi scoatem câteva bătna în grupă care districă ne pot răbătă în acest направление. Mulțumim încă o dată și ne ținem de plina noastră recunoștință.